Всем добрый день! Сегодня приготовим вот такую молодую картошечку с курочкой. У меня это голени куриные. В духовке приготовим. Ароматная, вкусная будет курочка. Так что давайте готовить. Для приготовления понадобится 4 куриных голени и специи, какие вам нравятся. Замаринуем эти голени. Я их помыла, обсушила уже бумажным полотенцем. Посолим, естественно. Со всех сторон. Поперчим. Карри у меня вот. Посыплю карри. Так, паприка. И сметана. Майонез можете, что вам нравится. Так, на каждую ножку сметанки. И руками чистыми. И вот так. Все это делаем. Все у нас промариновалось тем же, чем посыпали ножку. Вот так. Каждую так сделаем. И пусть маринуется, сколько у вас есть времени. Час, полчаса, сколько угодно. Чесночок любите, можете добавить. Можете без сметанки, только растительным маслом смазать. Специи любые можете, любые. Все, что вам вкусно, то и кладите. Очистила я, подготовила картофель молодой. Курица мариновалась у меня где-то минут 40. Противень вот подготовила. Смазала хорошо с растительным маслом. Укладываем картофель. Разрезаю пополам и укладываю. Разрезала неровно. И выкладываю. Выложила на противень курицу и картофель и отправляю в духовку минут на 50, 200 градусов температура. Прошло 20 минут. Курицу я переверну. Так. Она уже мягкая. А картошку-то я забыла посолить. Вы хоть не забудьте. Я чуть сбрызнула ее растительным маслом и посолю картошку. Совсем забыла. Уложила и все, и вперед. Отправляю снова в духовку. Прошло 50 минут. Все подрумянилось, все готово. Остается только кушать это блюдо. Вот такая получилась курочка с картошкой. Очень аппетитные, пахнут очень хорошо. Немедленно надо кушать. Так, смотрим картошечку. Все мягенькое. Видите, мягенькая картошечка. Курица тоже мягкая. Видите? Мягкая, сочная. Красного нет ничего, так что вкуснятина. Очень вкусно. Семью можно накормить. Пока запекается все это, салатики сделали, все-все. И готово. Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео, ставьте лайки. Заходите на мой канал, смотрите мои видео, подписывайтесь. И до новых встреч и всего вам самого доброго!